Серега, это утренняя разминка, да? Да. Как всегда, блин. Здорово налило за эти две недели. Рыбалка была офигенная, но недолгая. Привет, народ! Приветствую вас на своем канале. Сегодня я и... Доброе утро, господа! Сергей Юрьевич. Ну, как говорится, наконец-то, в течение двух недель погода более-менее устаканилась. Вот, сегодня можно троллить. Обещают 2-3 метра в секунду. Это такой, ну, потолок. Небольшая волнишка есть, конечно, но она практически нам не мешает. Что еще? Температура воздуха 9 градусов. Сегодня 10 ноября. Вот. Сейчас мы пока раскладываемся. Ну и там будет видно, что мы сегодня поймаем. Поехали. Ну, ребят, приобрел такой воблерок. Это Tail Dancer семерка. Такой зеленовато-желтый с точками черными. Вот. Ну и решил, конечно же, его сегодня обкатать. Вот такой. Заправлять, конечно, рановато, здесь заглубление хорошее. Но поставить я его поставлю на один спиннинг сразу. Заглубление 3,5-4. А что второму поставить? Так, ну, внимание, вопрос, кто сегодня работать будет? Ну вот, определился, поставлю синего Tail Dancer. Этот особо не заглубляется, как раз на нижней удочке как раз будет нормалек. А ты еще лицензию не сделал? А, ну да. Не, я вчера сделал. Так, ну первый пошел. Хватит 11 пока. Так, ну один спиннинг я запустил. Серега уже два запустил. Вот. Ну и, как говорится, мы начинаем. Серега лицензию делает. А лицо-то какое серьезное прикатал. Так, ну немножко туманно. Туманно, немного такое... Как бы моргоза, или скорее этот туман сыпется на одежду. Такая мелкая мразь. Сегодня воскресенье, сегодня народу, как у дурака, фантиков везде. Погода, как я уже говорил, идеальная. И поэтому я думаю, что сегодня будет Париж-Дакар отдыхать. У Сереги первая поклевка, пока он там занимался операциями своими. Ну, что-то небольшое, судя по тому, как фрикцион не отработал. Сопротивляться начала. Когда заводиться будешь, смотри, аккуратнее, у меня леска ушла под тебя. Ну, что там? О, смотри-ка, щупачишка. Ну, такая, по-моему, рядом нафиг. Ну, вот, Серега открывает счет. Я говорю, не надо сразу. Не надо было сразу? Примета плохая. Ну, это говорят так, да. Ну вот, Серега у нас обрыбился. Я тут не могу лицензию сделать. Ну, доделывай, доделывай. Вот, Сереге вторая поклевка. О, это такая. Двушечка с половиной. Тихо. Двушку. Тихо, спокойненько. О, красава. В спиннинг вцепились. Смотри, сейчас откусит тебя, блядь, спиннингу, блин. О, есть. Хорошо, с жадностью бахнуло. Ну, такая, душечка, наверное. Ну, вот и у меня сработочка. Да, на синем. Винтом крутит. Торпеда идет, слушай.
Ну вот, с почином, Глеб Егорыч. Ну, кило 300, кило 200 такая. Да, где-то кило 200. Так, ну что я могу сказать? За 30 минут 3 штуки. 2 у Сереги и 1 у меня. У Сереги больше, конечно, зелененькие работают. А у меня вот синий сработал. А новый воблер пока молчит. Старые проверенные работают. Да. Так, ну мы продолжаем. У Сереги поклевка. Забагрил? Сошла. Сход? Слушай, а что-то тросты здесь дофига. Ну-ка, сваливаем-ка отсюда. Ну, жаль. Так, ну что? Что-то клев закончился. Сейчас пробуем уже поигрывать цветами приманок. Вот. Поставил как морковку оранжевую. Тайлденсера. Не знаю, как будет. Серега тоже начал манипулировать. Затуманила. И такая вот моргазень начала появляться. И мотор начал что-то выпендреживаться. Холостой ход не держит как надо. Вот. Ну, в целом все происходит. Надеюсь, выходы опять будут. Ну и будет на что посмотреть. Я так надеюсь, во всяком случае. Ну что, надо чайком надо побаловаться, Сергей Юрьевич? А, здорово. Ваше здоровье, ребят. Сергей Юрьевич от моргазы прячется, бля. Ребят, поклевка. Помочь тебе, Янович. Брыкается. Но. Результат хочешь, да? Сейчас, это, подожди. Это самое, как это? Онлайн, да? Вот ты как она с свечечкой-то вышла. Ну, где-то под двушечку, видите. А нет, так, полтора. Во, как она закрутилась. Сейчас будем доставать. Давай, поехали. Ну вот такая вот красавица. Во. Так, ну что, по парочке у нас есть. Ну, конечно, пауза между теми предыдущими тремя была довольно такая приличная. Было у Сереги один сход, но там кого-то забагрил, не дотянул. И у меня один загиб был, и все. Ну, сейчас вот немножко переместились на другое место. Будем здесь пробовать, где с утра у нас что-то происходило. Вот сюда мы обратно вернулись. Ну что, продолжаем. Так, ребят, поклевка. Ну вот такая ушечка, наверное. Разловил я эту акару. Ну вот отработала такая вот акара. Опа, второй. Опять за. Понял, блин. Не знаю, как-то вытаскивал, но выскочил. Что-то так тяжко идет. Неужели такое что-то хорошее? Блин, тяжко идет. А? Тяжко идет. Ух ты. О, это хороша будет. Блин. Удочку бери. Так, убираем. Ах ты, блин. Хочется ее как-то аккуратненько снять. Впилась хорошо.
Так, ну что, ребят, надо немножко нервишки успокоить. Адреналинчик схватил. 6 килограммов нет, около шестеры. 5600, 5700, где-то так. Ну, сколько там этот... 5600. Счетчик показывал. Потому что все время шатается. И точно считать невозможно было пока. Опять? Да. О, блядь. Не, это мелко. Опять взял. Давай. Смотри-ка, разловилась акара. Как надо или сам поднимет? А такие руками берут. Не надо отпускать. Эту я отпущу, конечно же. Отцепишь? Сразу отцепляй. Отпускай. Реабилитирована. Акара заработала. Прошлые разы одна поклевка только на ней была. И то не достал. Видать, какие-то блики, какая-то хрень вот привлекает. Продолжаем пить чай. Еле сумку поместилась. Зубастая. Проверенные ценности начали работать. Только поменял же, ну. Не поднимается нифига. А, ты ее за гриву взял, в смысле за подбородок. Я морду выила, блядь. Че? Я морду выила, блядь. Ну да, наверное, по земле тащил ее. Я думал, хорошая. О, кровище пошло. Жадра. Ты не ругайся так сильно, да. Сергей Юрьевич. Извиняюсь, пожалуйста, за выражение. Эмоции набирают. Эмоции. Так, ребят, очередная поклевка. Ай, зачем я тебя так подниму? Если говорить будешь, опускать. Да. Ну, это так, терпимо зацепилось. Так, ну я вынужден отпускать, потому что... Тоже такая светленькая, потому что норма у меня выполнена вот по рыбе. Ну, имеется в виду не по рыбе, а по щуке. Будешь? Не-не, отпускай. Хочешь, забирай. Я сам пойму. Ну, плыви. Пошла. Ну вот, сегодня работает. Это у меня 6-я, да? О, блин, я сегодня... Дрозда даю. Сегодня, блядь, отрываю. Да, сегодня парус раскрылся, наверное, блин. Ну, мы продолжаем рыбачить. Ну, вот у Сереги с ударчиком, это я видел даже поклевку. У тебя глазик за работу. Давно он голос не подавал. Тут тоже выматывать надо. Я подниму так, чтобы тебе не мешало. О, красавица. О, хорошенькая. Так. Серега реабилитировал. С дельфинчиком. Народу, конечно, сегодня, ребят, будь здоров. О, Сергей Юрьевич, давай вымотай твою. Звук. Заснуть не получится. Сошла? Блин. Что, обломал, что ли, его? Или оторвал? Опача! Ну-ка, кидай сюда. Вот так вот бывает, ребят. Охренеть. В общем, кто-то остался с пирсингом. Вон там мужички тоже тащат. Борются. Так, ну что, ребятки, мы закончили. Рыбалка отличная. Конечно, рыбалка была, если все вместе сложить, в течение где-то, может быть, полтора часа. Полчаса было с утра, три подряд. И почти два часа мы откатались в ноль. И потом опять начались выходы, и тем самым немножко себя хоть пополнили. Вот.
Потом опять щука рот закрыла, и все, и мы решили, что, в принципе, у нас по количеству щук все в порядке, норма выполнена. А вот судака в этот раз, к сожалению, не было. В общем, сложности. Серега 4, 3 взял. У меня получается 6, и взял 3. Рыбалка была офигенная, скажем так, но недолгая. Все, мы выдвигаемся на берег, перевзвесим щуку, ну и тогда уже будет более-менее конечный результат. Все, погнали на берег. До следующего раза, господа. Ну, фиксируйся. Рука трясется. Ну, 5700.